Ставить королевский синий запах. Бать, поддай королевского синего запашку. Привет! Снова рада видеть вас на моем канале Телька Плей, я Наташа. Мы с вами продолжаем играть в демку игры симулятор аквариумиста. И мы продолжаем делать для нашего бати аквариум, который у него протух. Многие со мной согласились, то, что есть некое сходство с Куплиновым. Я уже говорила, что мне конкретно здесь не нравится, что немножечко не так. Но в целом, если как-то вот так вот приглядеться, то очень даже можно что-то сказать. Но это больше прикол, это никак не это самое. Вот, можете пока писать ваше предположение, что вот это вот за женщина и кого она вам напоминает. Вот, ладно, убираем шланг. Мне сказали убрать шланг. Используйте лопату и держите телегу на кубрюшу, чтобы вытащить использованную землю. Лопата. Лопата у меня была на втором этаже, сейчас я за ней схожу. В прошлой серии мы с вами, если что, если кто-то не смотрел, сделали мой первый аквариум, выглядит он убого. Но какой есть, зато в нем живые рыбы. Не то, что у моего отца, у которого просто все протухло, все стухло, рыб пришлось выкинуть в унитаз, в общем, да. Так, ну что, убираем грязь вот эту всю. Сейчас сделаем новую. Нам еще сказали, за это заплатят. Хе-хе-хе. Повезло, повезло. Так. Возьмите новую землю. А какую надо взять землю-то? Типа, мне же не сказали, какую взять землю. Земляной мешок. Давайте черную. Черная это стиль. Так, мне надо еще лопатку, да, взять? Все, переносим грунт. Сейчас все сделаем, сейчас все насыпем. Сейчас будет красиво. Я даже не знаю, каких мы рыб сюда будем селить сейчас. Надеюсь, экзотических. Я бы очень сильно хотела какую-нибудь экзоту тут населить. Каких-нибудь там прикольных рыбок. Там тилапии, вот это вот. Тунец, чтобы потом, если что, в голодные годы взял, забил и еще и похавал. Зашибись будет. Но, наверное, тут так нельзя делать. Последняя ложечка грунта. А, все? А, тогда все. Тогда извините. Удерживая ведро, нажмите на раковину, чтобы наполнить его водой. Хорошо. А можно из унитаза наполнить водой? Это мне сейчас надо 4 ведра дотащить. 4, ребят, представляете? Ой. А, может быть, даже меньше. Смотри, вот как только я занялась тем аквариумом, он сразу стал прекрасным. Мы, кстати, играем за мальчика. Быстро, да, я себе отрастила сосиску между ног. Молодец, также заполни весь аквариум. Спасибо. Сейчас почешусь еще. Говорится, если чешется, чешись. Что ж такое? Последняя, да, осталась ведерко? Посуда не мытая. Убийца рыбок смотрит на то, как мы заполняем аквариум. Уже готовит новую месть. Купи и подбери соль, благодаря которой ты сможешь изменить тип воды в аквариуме. Соль. А кухонную нельзя? Соль. Но у нас только одна есть. А сколько надо солить? Вы уверены, что хотите изменить соленость воды? Помните, что рыба и растения в правильной воде быстро погибнут. Да я знаю! Все? Нажмите J, чтобы открыть панель квестов. Поставьте лампы в аквариум, включите обогреватель. Так, хорошо. Включить фильтр. Включить температуру. Где-то вот так, наверное. Поставьте лампы в аквариум. Так, давайте купим тогда лампы в аквариум. Они у нас покупались где-то здесь. Давайте 2 штуки, значит. Раз. А где вторая? Все, есть контакт. Раз. И 2. Ты можешь? Заюш. Подожди, вот. Ты должна быть у меня вот тут. Поместите фон на стену аквариума. Фон. Фон тоже такое говно. Вот вообще мне вот это вот... Фон мне не понравилось. Вот эта вот идея с фонами. Потому что, ну, они все дебильные. Вот реально. Из тех, которые здесь более-менее подходят, это вот этот. Но он не подойдет нам под голубой океан, поэтому мы возьмем вот этот. Вот такой голубой фон будет. Ставить королевский синий запах. Бать, поддай королевского синего запашку. Ставить морской конек, водные растения 6 штук. Нам надо посмотреть по аквариуму. Тип воды соленый. Понятно.
Давайте тогда растения посмотрим. Нам нужны растения, которые любят соль. Так, вот. Вот эта штука любит соленые растения. Температура 23-31. Так, что там дальше? Поставить водные растения. Ну, давай. Красиво. Так, тебе там сколько надо было поставить? Еще раз давай посмотрим. 23-31. Все, поставила. Надеюсь, тебе сейчас будет зашибись. Потому что я не хочу вот это вот сейчас. Так. Еще три растения надо нам посмотреть. Эти 21-29 любят. Какая-то трава, морские водоросли. Ну, давайте возьмем. Хрена там свалились, ты видал? И малипусечку такую. Это вот морские водоросли? Слушайте, что-то они... Что-то, кажется, я переборщила, да? Они не хотят вставать. Ладно, давайте купим еще растения. Давайте вот такую купим херню большую. С ней как-то было попроще, как будто бы. Да хватит объекту, может, касаться стекла. А, может быть, знаете, что можно сделать? Нет, ладно, не будем так делать. Так, ставить морской конек. Расположить несколько кораллов внутри аквариума. 9 штук. А кораллы это что? Это вот это? А кораллам вообще похрен, как жить? Хрена. О, какие красивые кораллы. Ничего себе. Какие есть еще кораллы? Ля! Вот это прикол. Фига. Так они очень красивые. Вот это да. Смотри. Кораллы. Так, кораллов сколько? 4. Надо еще брать кораллов. Слушай, мне вот эти вот понравились. А где они, кстати? Я их типа вижу, но не вижу здесь. Подожди, они что, завалились за стол? Ты видел, они просто насквозь пролетают. И кораллов больше нету. Что-то мне такими темпами даже на рыбку теперь не хватит. Меня где-то обманули. Понимаешь? Почему вот эту херню не могу выкрутить? Все, лежи здесь, не беси меня. Так. Вот это сюда, вот это сюда. Еще надо кораллов. Да ты посмотри, одни кораллы. А где трубки вот эти мне понравились? Трубки вообще кайфовые. Во! Накидали, как говна! Эй! Ты чё? Дурак, что ли? А, ставить морской конек. Морской конек это что такое? Я даже не знаю, что такое морской конек. Убедись, что морских рыб хорошие условия. Ставить королевский запах. Что такое королевский запах? А, это ты королевский запах! 5 штук! Так. А, их 3 надо было. Ёб твою мать. Вот я тупой. Так, а как ее продать? Надо было 3. Так, раз, два, три. А я с этой что делать? Ладно, я ее просто продам. Ну-ка, рыбка, продавать. Все, одну продала. Теперь нам нужно морских коньков 5 штук. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, 5 морских коньков. Ой, какие сладкие, смотри, какие сладуськи! Убедитесь, что у морских рыб хорошие условия. Так, сейчас убедимся. А это кто? Ну-ка, стой, я тебе продаю. Так. Температура. Ага. А чё у конька, какая температура должна быть? 26-28. Угу.
Давайте тогда 26 поставим. Вот так. Все, вроде бы все зашибись по температуре. Для всех этих дураков. Так, конек. Королевский синий запах. Все, поздравляем, вы собрали аквариум. Браво, сынок! Мы можем гордиться таким, каким красивым аквариумом в нашей гостиной. За хорошую работу полагается награда. А вот твои деньги. Я чувствую, что ты скоро станешь великим аквариумистом. Спасибо, спасибо. Я из этих. Так, а как мне теперь выключить-то? Бать, у меня проблема. Щелкните правой кнопкой мышки. Я не могу теперь закрыть. Так, а что мне делать? Поздравляем, вы собрали аквариум. Зашибись. А я не могу теперь закрывать, завершить разговор. Я не могу завершить разговор. Короче, ребята, я тут бегала-бегала, у меня эта игра забаговалась. В плане таком, то, что теперь я вообще не могу даже до конца этот аквариум переделать. Вот, то есть, видите, я захожу в магазин, я даже не могу купить рыбу. И все остальное. То есть у меня оно не дает мне сделать такую возможность. Поэтому, наверное, на этой ноте мы с вами закончим. Короче, будем ждать полную версию. Пишите, что, как вам эта игра. Вот. Ну, пока можно сказать, что, в принципе, прикольно. В принципе, можно играть. Но вот глюки вот эти, конечно, прям раздражают и бесят. Так что вот такая вот короткая серия получилась. Не знаю, сколько там будет минут. Наверное, минут 15 получится в итоге. Но что поделать. В общем, подписывайтесь на каналчик. Поддержите лайком. Увидимся. Пока.